Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале «Хутор Стуканов», Краснодарский край. Вы только что посмотрели окрестности нашего хутора, а мы посмотрели на огород, который после трехдневного дождя начал зарастать. И работы прибавилось. Также сегодня мне предстоит целый день косить. Смотрю, все на хуторе косят. Потому что все, что я косил тогда, когда делал стрим, надо по новой косить. Заросло все. Три дня и вообще все. Ну, еще у нас на 3 дня дожди. Да. Поэтому, если не покосить, вообще все зарастет. Копал. А я буду полоть, пока есть возможность. Сколько успею. Кабан, нам надо работать. Да. Извини, подруга. Давай. До свидания. Максик, не пустили тебя цыплята? Да, обойди. Интеллигент. В комментариях спрашивали у меня про попонки для кур, фарточки. Вот я пообещала, когда буду делать, показать. Вот так они выглядят. Если курица большая, примерно 23 сантиметра квадрат. 23 на 23. Здесь у меня 8 сантиметров, и здесь 17 примерно. Вот так выкраивается. И у кого есть швейная машина, можно подшить. У меня ее нет. И вот здесь резиночки я руками пришила. Очень просто все это изготавливается, ничего сложного. Джинсы я у Алика экспроприировала. У него их много, он их не носит. Но это более плотная ткань такая, мне кажется, она получше будет. Можно даже, если у кого-то есть поплотнее ткань, взять ткань поплотнее, будет даже для курочки лучше. Вот, и сегодня нужно их одеть. Сделали для 4 кур гиргебельских. Черно-пестрая у нас Зухра, у нее вроде нормальная спина. Макс, ты хочешь одеть фартучек, да, куриный? Давай. Давай оденем попонку тебе. Че, не хочешь? Сейчас лапки просунем, и будет тебе защита для спины. Не сгоришь. Вот надо лечь обязательно, да? Макс, надо обязательно лечь на тряпочке. Друзья, у нас с Аликом конкурс на лучшую клумбу. Это моя клумба. Вот я здесь посадила петунии. Вот они после дождей что-то не в очень хорошем состоянии, бедненькие. Залило их. Ну, надеюсь, нормально будут расти. Вот посадила рядом с розами. Не знаю, будут они расти рядом с розами. Наверное, будут. Потому что больше некуда. Вот она вся клумба получается. Там деревья. Там мы к окну ходим. Вот. Здесь нарциссы. Тюльпаны. Я понимаю, что они отцветут, но... Вот, вискас затоптал цветочек. Вот она, тюльпанчик. Или вискас, или нейсика. Ну, скорее всего, вискас. Это, по-моему, георгины у меня растут. И там я посеяла бархатцы. Зайдут, не взойдут, не знаю. Сейчас покажу клумбу Алика. Здесь он вырыл яму. Взял вот такое строительное ведро. Просверлил там отверстие внизу и по бокам. Насыпал керамзит. Земли насыпал, вот посадил. И, короче, он хочет поднять повыше вот это самое ведро и обложить камнями на цемент. Это пока временно он сделал. Вот такая у него клумбочка. Красивые петуни. Так что, друзья, пишите, у кого лучше клумба. Вот что-то ромашечки эти. Вон. Наверное, новые будут вырастать вот отсюда.
А вот это колокольчики нам Юра дал из отрадной, у которого мы были. Вот мы привезли, они подвявшие были. А сейчас отошли нормально. Ну и вишенка распустилась, листочки. Банда гуляет, как взрослые уже купаются. А тут мелочь у нас. Петухи орут, прям просто ужас. Как только вот приходишь сюда на задний двор, они начинают орать. Чё орёте, Джига? Вот, Зухра нормально. Бородатая женщина, да? У неё спина нормальная, вон, не ободранная. А у этих вон ободранные спины. Джига ободрал. Вот, кстати, друзья, про гергибельских кур. Вот такая борода, как у Зухры, и щеки, вот вообще такими, они становятся только к 2 годам. Вот эти курочки еще молоденькие, они не так выглядят. Вот чем старше гергибельская курица, тем она вот такая более бородатая, пушистая, большая. Так что 2 года. Надо ждать, пока курица станет вот такой прям красавицей. Да, Цыпа? У тебя тоже бородка уже растет. Да, подрастает бородка у тебя. И добавлю еще. Гергибельские куры очень плохо переносят жару. Холод они переносят нормально. А вот жару очень тяжело. Поэтому кто хочет заниматься, имейте в виду. Пойдем посмотрим на огород, что там за 3 дня. Это клубника, которую я не пересадила, пока здесь оставила. Прополола, порыхлила. Пусть пока здесь растет, потом пересажу. Огурцы я еще не сажала. Картошка вот здесь подросла, это которую мы раньше сажали. Думали, она пораньше выйдет и пораньше мы ее покушаем. Нет, она вышла так же, как и та, которую мы сажали позже. Помидоры Алика. Скоро цвести будут, кстати. Это, который мы недавно сажали, помидоры. Капуста. Когда был дождь, она была живая. Сейчас она повяла опять. Ну, вроде нормально. Будем надеяться, что приживется. Это сладкий перец. Ну, тоже нормально. Вот дождь прошел. Вот такая земля у нас. Вот она. Сейчас вот она подсохнет сверху. И опять будет такая же, как камень. Фасолька растет. Вот она уже как хорошо подросла. А, кстати, редиска у меня опять пропала вот тут. Я даже не знаю, почему. Это уже 2-я редиска, которая пропала. Странно, чего она не растет. Картошка. Это, которую мы сажали сразу после того, как нам нарезали редки. А вот там, где не прополота, там я не полола, потому что она еще не взошла, ее не видно было. Вот, травой зарастает. А, ну вот она только-только всходит.
Это мы сажали, когда у нас не хватило. Потом прошло время, мы на рынок съездили. Наверное, на следующий день или через день после вот той, которая взошла. И вот эти редки, бороздки, они уже подсохли. Мы в сухую землю сажали. И вот она как позже взошла. Вот она. Только-только всходит. В общем, надо полоть. Не знаю, сегодня я успею или нет. Наверное, не успею. А завтра опять начнутся дожди. На 3-4 дня где-то. Так, вот здесь я полола. У меня тыква здесь посажена. Здесь я рядок кукурузы посадила. Не полола, потому что не видно. Вот она, по-моему, всходит. Так, вот она, да. Вот кукурузка. Ну, пока, наверное, еще рано полоть, потому что она не везде взошла, ее не видно. А здесь у меня кабачки. Вот они, кабачки. Взошли они, по-моему, не везде. Хотя я сажала по 3 семечки. Вот здесь не взошли. Вот по одному в основном взошли. Вот здесь не взошли. Здесь не взошли. Здесь... Вон что-то с листком. Надо подсаживать. Вот тут 2 взошло. Но вон что-то с листиками. Непонятное. Что-то в этом году прям плохо все как-то сходит, растет. Там не взошли, там не взошли, там не взошли. Короче, вот такие дела. Не знаю даже, почему они не взошли. А, вот тут, вот здесь есть, но листья какие-то, видите, закрученные, дырявые. Что такое непонятное? И вот еще взошел один. Значит, кабачки надо подсаживать. Ну вот после дождей, вот за 3 дня как картошка поперла. Через неделю, наверное, уже надо будет окучивать после следующих дождей. Так, смотрим дальше. Несси, а ну иди с огорода. А ну иди с огорода. Как будто и не была, легла. Так, морковку посмотрим сейчас. Морковка как-то тоже... Где взошла, где не взошла. Вот здесь вообще не взошла. Нету. Ну, он какой-то дохленький один. Что-то непонятное. Плохо всходит, все растет, хотя погода хорошая. Свеклу я вот здесь сажала по новой. Пока еще нету. Не видно. Ну, клубничка цветет. Но листья вон что-то. Как-то вот какие-то листья не такие. Непонятно, то ли с неба что-то падает. Вообще не понимаю, почему листья желтеют. Редиска уже второй раз засохла. Помидорки. Вот они, помидорки. Какие уже хорошие. Растут. Вон. Вот помидорки. Вот они. Нормально. Вырастут. Ну вот, в принципе. Лук начала полоть. Здесь подсадила место пропавшего. Вот он. Поливала я его аммиаком, но не помогло. Вот он лук. Не знаю, что это. Но это острый перец. Выпустили Петюню погулять. Мраморного нашего. А он все ходит с петухами, пытается подраться.
курочек зовет. Травку срывает и бросает. Алик косит, работа кипит, кабан храпит. Че цыплят не охраняешь, а? Кабанчик, солнечные ванны принимаешь? Уткам травы кинула кучку. Они легли вокруг нее и едят. Прям лежа. Подходить к ним нельзя близко, потому что они такие шуганные. Кстати, муларды – это самые шуганные утки. Когда у нас были пекинские, белые обычные, к ним идешь с едой, с тазиком, а они бегут навстречу на перегонки. Тазик этот там чуть ли из рук не вырывают у тебя. А эти нет. Эти какие голодные не будут, они не подойдут никогда к тебе. Пообедаем, друзья, и дальше будем косить от работы. Шутка. Единственный солнечный день за неделю надо использовать по максимуму. Поели, и дальше будем косить. Маргарита приготовила гороховый супчик, очень питательный. Кабан облизывается, но ей нельзя. Вот я сейчас поем и пойду работать дальше. В бокале, кстати, квас был. Темное пиво было. Да он шутит. Квасок хорошо в жару. Я даже есть не хочу, только пить хочется. Друзья, у нас вылупились цыплята от серебристой адлерской и серого петуха гиргебельского. Мы, конечно, думали, что вылупится что-то похожее на либо на серебристую адлерскую, ну что-то помесь будет какая-то. Посмотрите, что вылупилось. Вот это красное, это мы пометили, что, ну, чтобы не перепутать нам настоящих гиргебельских, чистых, и вот этих поместных. Это мы этим фукарцином пометили. Посмотрите, черный и белый. Ну и таких еще три. Так мало того, то же самое. У белого лапы, наверное, будут не желтые, а розовые, скорее всего. А у черного вообще темные лапы. Ну как у петуха, собственно. И, кстати, они вообще к
копия гергебельский. Вот я знаю, какие они вылупляются. Да, нету гребешка вот этого, как у обычных. Да, нет гребешка, и вот это вот загривок у них, прям вот как у гергебельских. Нам даже пришлось пометить, чтобы не перепутать. Да. То есть вылупились гергебельские. Да. И та клуша, которая сидит у нас, у нее 4 или 5 яиц, сколько там. Ну, они у нее тоже от этого же петуха. То есть ничего серого, ничего похожего на вот гриву, как у серебристой адлерской, их темного хвоста нету. То есть чисто белый, чисто черный. Но они еще не оперились, может быть, поменять. Смотри, у него крылышки вон растут беленькие. Беленькие, да. Ну, он же белый. Это пушок желтый. Вот такие, друзья. Ну, вот этот загривок прям вот как у гергебельских. Да. А вы что подумали? Страус? Нет, друзья, не страус. Но что-то среднее. Гергебельские вылупились. Обалдеть. Мы в шоке, короче. Да, вырастут, посмотрим. Ну, мы ожидали. Ладно, они мерзнут. Мы, конечно, ожидали что-то, но не до такой степени, что чисто такие вот гергебельские. Обалдеть. Ладно. А у этого, по-моему, крылышки будут сереньким, видишь? Может быть, да. Ну, посмотрим. Ладно. Понесу я их туда, в брудер, а то как бы не совсем лето. Он кричит: папа, папа. Ладно, понесли. И самое главное, друзья, что эти цыплята вылупились первыми, вместе с ухилиевыми. Это говорит о том, что они будут самые крепкие. Так что эксперимент удался. Мы их, конечно, продавать как гергибельских не будем. А то еще, не дай бог, в следующий раз у кого-нибудь вылупятся серебристые адлерские. Будет нехорошо. Так пойдут чисто на яйцо, на мясо. Вот. В общем, если ролик понравился, друзья, ставьте лайк. У нас все. Всем удачи, пока.